вами megaobzor.com, и изучаемые сегодня игровые наушники Zone 51 Atlas поддерживают два вида беспроводного соединения, а также проводное. Данная модель у нас упакована в коробку из плотного картона, сопровождается 2-летней гарантией. Комплект включает микрофон с поп-фильтром, аудио и USB кабели, адаптер подключения руководства пользователя. У гарнитуры аккуратное внешнее исполнение, несмотря на то, что позиционируется как игровая периферия, здесь нет вычурных элементов и излишней аляповатости. Во время работы выделяется только зона подсветки, которая идет вдоль периметра чашек. Управлять эффектами и отключать подсветку можно кнопкой на нижнем торце. Сами они овальной формы с закруглением по углам, на внешней стороне нанесен слегка заметный логотип бренда. На правой чашке, помимо кнопки управления подсветки, кнопка питания и разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. На левой чашке кнопки управления воспроизведением и громкостью. Здесь же отверстие с разъемом для подключения микрофона. Комплектный с гибкой ножкой. На капсуле установлен поп-фильтр. Есть аудиоразъем с поддержкой проводной передачи звука. Амбушюр из эко-кожи, внутри мягкий наполнитель. Уши обхватывают полностью, обеспечивая хороший уровень пассивной звукоизоляции. После снятия быстро восстанавливает свою форму. Пометки по правой и левой сторонам нанесены на ткани, на решетке динамика. Крепится чаша Zone 51 Atlas на металлических подвесах. Способ крепления обеспечит прижим к ушам без излишнего давления на них. При этом сам подвес вращается. Основа головы – металл, прочный и надежный. Есть возможность подбора длины с помощью направляющих. Центральная часть обтянута эко-кожей с аккуратной строчкой по периметру. Наушники поддерживают два вида беспроводного соединения. Это радиочастота 2,4 Гц, которая потребует подключения комплектного USB-адаптера, выполненного в формате флешки. И помимо него есть Bluetooth с кодеком AAC. В итоге можно будет подключать как стационарным, так и носимым устройством, таким как и смартфоны, портативные игровые приставки, а наличие аудиоразъема может пригодиться для геймпадов или как резервный вариант, соответствующий кабель идет в комплекте. Качество соединения хорошее, мы использовали Zone 51 Atlas в сетевых шутерах и не наблюдали проблем с радиосинхронизацией и задержками. Это касается радиочастоты 2,4. С Bluetooth, конечно, задержки будут. Звук передается без искажений наводов. Отсутствие кабеля позволяет свободно поворачивать голову, вставать с рабочего места и при этом нет риска его повреждения при неаккуратном обращении. Конструкция легкая, на голову не давила, подойдет для людей разного возраста. Время теста совпало с летней жарой, и в данной гарнитуре не было особых проблем с переходом. К этому располагает встроенный аккумулятор, который дает 40 часов с отключенной подсветкой на среднем уровне громкости. После разрядки можно будет продолжить эксплуатацию, совместим с процессом зарядки. Отмечу высокую детализацию воспроизводимого звука и мощные басы. Отлично подходит для динамичных игр и фильмов, а также прослушивания музыки. А разные сценарии с ней не проблема. Утром взяли на учебу или работу, подключили к смартфону, прослушали музыку в общественном транспорте, а вечером еще и поиграли на компьютере или консоли в любимые тайтлы. Съемный микрофон удобен, когда не нужно, можно снять, мешаться не будет. И когда надо, поставить. При этом для него есть и кнопка, которая в один клик обеспечит блокировку передачи голоса. Сам микрофон тут всенаправленный, предлагаю оценить качество его работы. Еще раз всех приветствую, сейчас услышите запись теста микрофона беспроводных наушников от компании Zone 51. Модель у нас Atlas, записана программа Audio City, все настройки выставим по умолчанию. Наушники подключены через радиоканал 2,4 Гц. Соответственно, записываем и тестируем микрофон от компании Zone 51, модель Atlas. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Тест микрофона, наушников, беспроводных наушников, Zone 51, Atlas. Всем спасибо за внимание, это был тест микрофона. Пока-пока, до новых встреч. Zone 51 Atlas нам понравился. Данная гарнитура предлагает отличное качество звучания, два вида беспроводного соединения, проводное, эргономичную конструкцию и длительное время автономной работы. С удовольствием обсудим с вами в комментариях. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.